Еще 10 лет назад лидер «Ласкового мая» подумывал о выходе на творческую пенсию и прекрасно знал, чем будет заниматься без группы. Об альтернативной работе Юрий Шатунов порассуждал в беседе с журналистами еще в 2013 году. Уже тогда он понимал, что «Ласковый май» не вечен и рано или поздно придется заниматься чем-то другим. Юрий, в частности, отмечал, что он все продумал заранее, что было несложно, так как у него была еще одна профессия. В пенсии Юрий мечтал серьезно заняться собственной студией и посвятил ей свое время, аранжировки либо продюсирование. Все у меня уже продумано заранее. У меня есть профессия, я звукорежиссер, студийный звукорежиссер, и у меня есть своя студия. Я могу быть продюсером, кого бы то ни было. Я могу быть просто аранжировщиком. Могу стать звукорежиссером. Я могу быть кем угодно в этой музыкальной стезе. У меня есть своя музыкальная студия, рассказывал певец. Как казалось, Юрий никогда не собирался связывать свою жизнь с «Ласковым маем». У него были планы на собственный музыкальный бизнес, который не оставил бы его без хорошего заработка.